Преступления были идентичны по своему характеру. То есть мужчина заходил, демонстрируя нож, говорил, чтобы потерпевший передал ему деньги и какие-либо ценные вещи. То есть на Ярославской он похитил только деньги, 800 рублей, а в последнем случае он похитил сотовый телефон и также деньги у потерпевшей. Задержан был практически незамедлительно, сразу после совершения преступления. Хотя уже успел переодеться, изменил, так сказать, свою внешность, но тем не менее по отличительным чертам был обнаружен нарядом патрульно-постовой службы и задержан на улице, недалеко от места происшествия.